«Полная труба» — психоделический квест имени «Золотых 90-х», разработанный студией Ивана Максимова в 2003 году. Он повествует о дяде, который случайно попал в подземный трубопровод, пытаясь достать тапочку из-под дивана. Игра пропитана духом разрухи и бартера. В своей основе труба — это канонический квест, но в отличие от всяческих петек и штырлицей, этот квест пытается иметь содержание и стиль. Причем, по большей части, это у него получается. Важно то, что в полной трубе все головоломки абсолютно логичны. Нет ни одного случая, когда для прохождения дальше требовалось бы что-то большее, чем применение банальной логики. Правда, инопланетной, но кого право же это смущает? Труба населена различными чудиками, каждый из которых чего-то дохочет. Если дать ему то, чего он хочет, то можно получить что-то взамен. Это основа геймплея. Проблема в том, что, во-первых, надо еще понять, чего же хочет вот это, а поняв, сообразить, где это взять. И, наконец, въехать, а нафига тебе то, что ты получил взамен нужно. Причем нередко наборы предметов и последовательности бартера выстраиваются в протяженные цепочки, проследить которые порой становится довольно затруднительно. Помимо чистого квестования, в игру завезли целый ряд мини-игр, в основном на бросание чего-то куда-то или чего-то в кого-то. «Полная труба» — это, несомненно, атмосферный экспириенс для терпеливых игроков, которые никуда не спешат и хотят принять на грудь немного уныния. Игра требует вдумчивого анализа окружения и понимания неадекватной, но реальной логики окружающих. Тем, кто эту игру в свое время пропустил, категорически рекомендую с учетом упомянутых ранее оговорок. Сейчас игра доступна по-людски, все речь официально, только на Android. Но эта версия сильно пострадала из-за упрощенных головоломок, пропускаемых мини-игр и кучи подсказок. Лучше найти где-то оригинал, благо пусть и со скрежетом он прекрасно работает на Windows 10.